пошла заливка бетона. Без разрешения на строительство, без разрешения на реконструкцию. Вот продолжается это все. Вы откуда вообще? Что за организация? Техмонолит 36. Как? Техмонолит. Техмонолит 36? Да. У нас где вы? Техника, все. Техника? То есть мы предоставляем услуги техники, спецтехники. Скажите, вы сюда приехали по заказу вам или как? Да, меня встретили, провели, сказали, вот, заливай. А кто заказчик был? Номер телефона можно дать. Я... Алло, добрый день, меня зовут Илья, я журналист издания «Блокнот Воронеж». Вот мне ваш номер дал водитель КамАЗа, который приехал на незаконную стройку по улице Летчика Замкина, 46. Эта стройка незаконная, здесь люди возмущены. Кто ему дал заказ? Водитель дал ваш номер, сказав, что заказчиком были вы. Что вы? А, вы бетон заказали, но это же стройка незаконная. А зачем же вы заказали туда бетон, если вы там не работаете? Ну вот он бросил трубку. Не, а название вы не знаете? Нет. Да, то есть вам аноним, когда какой-то позвонил и сказал, приезжайте. Номер телефона, то есть как вы также можете позвонить на сайте, заказать машину, назначить время, подъедем, встретите. По оплате, кто заказчик, вы не знаете, да? По оплате налички ничего нету. Ну что, лист у вас есть? Нет. Алло, что у вас стоит?